Да, здравствуйте. Да, коротко сегодня. Да, сколько у нас есть времени? 5 вопросов. Ну да, что сказать. Что, вас заменили? Что, там травма была? Да нет, старая травма, так что... Старая? Счет позволял, поэтому попросил замену сам. А если подробнее, что за старая травма? Насколько она вам мешает играть? Все будет нормально к следующему туру. Насколько вам показался сильным соперник в сегодняшнем поединке? Можно сказать, что по счету, вот как вы играли, или это обманчивое впечатление? Это самая слабая команда лиги. Ну, с химками всегда тяжело было играть, вот, но сегодня результат, так скажем, и все. Не буду слова говорить, которые вы говорите, поэтому выиграли — это самое главное. Один Александр сегодня не смог прославиться, я имею в виду Соболева, который не смог продолжить свою голевую серию. Почему так? Ну, такое бывает в футболе. Он сегодня дал голевую передачу, помог команде, старался, и это самое главное. Но будут. А второй Александр великолепный матч провел. Несколько раз, если бы не он, дело могло кончиться счетом, допустим, 5-3, 5-4. Ну, не знаю, как вы считаете, но... Дальние удары были хороши. Но Селихов тоже был хорош. Георгий, можешь чуть погромче? Георгий, вы вышли сегодня с капитанской повязки. Насколько я понимаю, на ней были фамилии болельщиков Спартака, которые погибли в 82-м году. Скажите, что для вас те события? И под собой забрал. Это было у ребят с фамилиями всех, а это была моя личная, ну, индивидуальная. Вот такие были. Угу. Вы специально... Понятное дело, что это трагедия, да, для всех вообще. Поэтому вот тут написано самые главные слова. Помним, значит, живы. Поэтому сегодняшнюю победу, конечно же, посвящаем всем, кто тогда ушел, так сказать. Вы были на этой неделе и у памятника, который в Лужниках установлен. Как вы вот эту историю, которая есть у Спартака, через себя пропускаете? Потому что это было давно, это было еще до нашего рождения. Что это для вас? На самом деле, да. Сколько уже, получается, пятый, да, раз бываю вот в эту дату там, вот, и с каждым годом там все больше и больше людей собирается, вот, и это, наверное, о многом говорит, потому что, на самом деле, не хочется повторяться, но пока мы помним об этом, значит, они в наших сердцах будут, потому что, понятное дело, что это была трагедия огромного масштаба, да, для всего Союза, так скажем. Поэтому царство небесное всем. Известно ли вам какие-то судьбы конкретных людей? Потому что были у памятника, там посадили, по-моему, родственники тех, кто погиб в тот день. Ну, не понял еще раз. Ну, известно ли вам какие-то конкретные семьи? Я лично тоже общался. Там были ребята, которые, ну, взрослые уже мужчины, которые подходили, показывали билет, программку этого матча, которые были там, которые, ну, так сказать, просто разминулись с этой трагедией буквально в минутах. Поэтому, конечно, тяжело слушать такую историю людей, но, тем не менее, да, пообщались с ними и, конечно, уделили там внимание, расписались, поговорили. Поэтому как-то так. Спасибо вам, Георгий. Все, спасибо.